Надо было Настю прислать. Гармич, в воскресенье пойдет 100%. Мать, у тебя воскресенье получается? Мать. Да. Замечательно. Тоже пойдешь в воскресенье? За Григулина в воскресенье? Do you know? Давай заебали. На, воскресенье Гринда нажимать. там блютик ставить, да, на замену? Можно в ГМ сходить в субботу. Я... Добрый, хорошо, Дармич. Да, Ринда плюсик. Курил за Гагуля. Я не знаю, что с вами делать. Ладно, хорошо. Бентли, а у тебя в воскресенье что? Но опять же, я не уверен. Я точно не могу сказать. Потому что у меня всегда суббота, воскресенье, как выпадет. За Гулину возьму. Кто куда, а я чистить трэш. Все, остальные пойдут в воскресенье. Ринда, ВЛС, 7-8 матик, вообще скикать буду на замену. А что, Кунка не вот это смотрел во втором виде? Кунка уже шел. Ебать, ты что, уже в доне? Не, выбил. С кабана. С кабана выпал. Там, короче, миллионный шанс скана выбить кабана шем. А я прям с первого выпал. Вот, ну, выполнено. Так, мне нужен один слот, чтобы кто-нибудь там по ФКшу на Либрена. Кто хочет? Мироёб, блядь, точно. Да, кровь возьмешь. Ну, Мирай, да похороняешь ссылка там, блядь, ну, оденешь ПВП шмот, нахуй. Ну, на одного босса всего лишь тебе на ребро только надо. ПВП тух продаешь? Почему на два? На, ну, тухлые там еще. Ребро и тухлые там, нам тебе будет пофакарчик. Ебаный звук выключите. Что, у нас больше ни у кого нету, что ли, этот квест на осколк? А, суеты, наверное, взлетай, да? Нет. Ну, суеты надо кусты делать. Настя это делает, потом Аристлин будет летать. Суеты во втором будет летать. Блять, фонарь, сука. Я из комнаты выходил, у меня это вагнуло все. Пиздец, фонарь. Фонарь реально, блять, без огра вообще. А фонарь, да. Я самый лучший, я самый лучший. Да, вообще. Я танчу Лара шеймом, узнали? Я уже лучше. Не танчишь. Тихо. Синрицу, ты видел какой там кинжал, блять? Охуеннейший падает с сундука. Видел, блять? Третьего сундука? Да он с первого нахуй падает. Там просто прям пиздец, две дырочки нахуй, ебать. Он просто лучше, чем этот, блядь. Они жирно, две дырки. Там просто прям буська нахуй. Слышь, не жирно нахуй, молчи со своим шемом там нахуй, вообще нахуй. Бать, у шема три соки-то. Чаленька, ну этот кинжал, секунду. Чему комбат? Блядь, зло. А, ну кто-то вначале тыкнул моба и все. Теперь комбат вечный висит. Тот гей, гей. Давайте мне без. В эфире, блядь, 100%, как обычно, свой стартфол нажал, блядь. Нет, не нажимал. Не пизди нахуй. Кстати, я тебя не спросил, ты завтра будешь, нет? Да, буду. Все, блядь.
Мальмора чувава ринда дремичи ридинга мой тюрьмы моль не нравится сосаты хулиши. Блять, а уйдут там эти челики? Да, он уже канал линканул нахуй, там не замагло с ним клинкануть. Прям, блять, такой охуенный кинжалик. Стурм, зачем ты расшариваешь квест на подпитку всего ухода? Он автоматически расшаривается. Когда его берешь. Просто зачем они в рейде берут эти квесты, мне непонятно. Нет, так он в ЦЛК вроде, как, значит он сам расшаривает. Да не, Кэна, хуета она. Амба, убейте этого, блядь, на него приятно. Кэнда уже нет, нормально. Там Мирай, что ли, берет? Реально, блядь. Ебать, Мирай руинер. Привет. Здорово. Стена там тупо жезлом хуярит, блядь. О, да, шиды дорога, кстати, тоже заебись апнули. Ну их, сука, собирать долго, нахуй. Это вот, типа, вот кто у кого комбат заебись собран, тот может быть шидешника. Типа, без проблем. У меня, к сожалению, такого, блядь, нету. Мне бы тоже шиды. О, поюзал, блядь. О, бесплатные ботинки, вместо сделать ничего. Надо. Которые эти сапоги, кстати, блядь, я помню, ни разу не падали. С того же желая ебаного, сколько ходил за ними. Бля, нигде нету оффхенда, вообще давно. Оффхенд ты увидишь в ЦЛК ХМ 877, соки, там катушка. Только на без сокета. Я говорю про ХМ. ХМ, ХМ с сокетом. Так, суманите штурма, он тут уже, да? Ну, тут уже набежал. Хавайте рыбу. Фласки. Фласки. Суманите, пожалуйста. Я могу раздать, в принципе. Раздай, да, раздай СПД. И хила. Рит, раздай хилам сапроты. Короче, акума. Да я отдам и сапоты, СПД. Кидайте все подряд. Окей, 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 окей. И Андрей, раздай эти, блядь, АП фласки. Печенька, АП, звезда. Сможешь раздать, Андрей, или я все раздам? Я АП раздаю. Раздаешь? Окей, брат. Раздать, раздам, да. Так, нам осталось 3 слота, кстати, взлома. Реклама. Да. Вы в тот же день пойдете, как и Кирилл? Да? Завтра. Не, ну я в принципе могу, но, блядь, он не сорвём. Ну, а сколько вы пойдете? Я не понимаю, Престен, а зачем 8. Ты вот не кинул обмены, я вот не могу понять. Извини. А до скольки вы будете? Я перепутал, я уже. В смысле до скольки? Ну, что ты имеешь в виду? До 10, до 12, до 11 по времени. Ну, смотря как пронесем. Или прям до Тала будете сидеть. Если будет интерес у людей, то можем до Талова, типа, а можем пронесем, типа, как вообще изи пролетим просто. Я еще вопрос, зачем ты ее принял обмен, если ты видишь, что я тебе АП-фласки даю. Ну смотри, если что, типа, я завтра могу сходить, это Бентли. Я отказал. Нам нужен... Так, ты Лем, да, по-моему? Я отказал, да. Да, отказал, могу сделать скриншот. Отпиши мне в ПМ, пожалуйста, в Дискорде. Сейчас, секунду. По идее, еще типа нужен Ршам и ГДК, типа. Всем фласки взяли. У меня есть Ршам, но как бы я особо не играл. Да, ребят, давайте быстрее берите, блядь, фласки нахуй и поехали. Раньше начнем, раньше закончим. Рыба вон стоит, блядь, на стене нахуй. Вон печенька. Взял СПД, давайте еще трейд. У меня еще парочка есть. Престена, ты хули престя? Сосед дай стулю. А ты кем Феникс пойдешь завтра? Ну, блять, на первые 3 сундука, я думаю, блять, я там все объясню четко, нахуй, чтобы мы все сделали. Я пойду рогами. А дальше там будет видно.
Не, там я посмотрел, первые два босса это прям, ну я хуй его знает, слишком просто. Там нихуя не поменялось. Да и Джин Лайн, в принципе, простой. Главное, чтобы они там ничего не поменяли, Феникс. Там только верху два раза срезали и все. Ну. Ладно, завтра, короче. Да там за танка, в принципе, блядь, ничего знать не надо. Главное бежать только вперед. Хуйня. Ну, у меня все взяли, больше теперь кидают, можем начинать плюс. Давайте, вообще на полубафы поехали. Ондра. А чё, дай? Всё. Подаем пул 6. Поехали. А ты потом можешь Феникс это Мираю выкинуть из рейда, он мешает. Только не сейчас, пожалуйста. Так он на одного босса только вышел. На хуй мне выкинуть. А, ну, а, понял. Ты продаешь что-то? Блин. Понял. Нет, просто седьмая пати мешает. Не надо, в рейде не выкидывай уже сейчас, поздно уже. Конечно, блядь, хуйня будет чаржиться, куда не надо. Во фрейм все стали? Да не дергайте, как остановился, так и надо было его держать. Лишнее движение. Все, во фрейм системе. Серис, ты там вообще триксы кидаешь, я что-то, блядь, не вижу, нахуй. Хоть по кому-нибудь, блядь. Мы очень долго бьем.
Ой, блядь, чуть не сдох. Нету брин. От шмота отказываемся. Есть осколок? Ну да. Зато есть осколок хотя бы хоть что-то. Квест на великана был, да, внизу? Или чё? Да. Реально, блядь, рейд без Мирая, блядь, просто всё. Всё идёт по пиздец, согласен, Мирай. Жестокий мир. Штурм, ты там иди пока по АФКш, я, ну, тебе, короче, инвайт кинут, когда я... Ну, на тухлом будем. Ну, ты понял, короче. Ну, Феникс, тыкни. Блять, вы будете нахуй хилить или вы будете АФК стоять? Ну, ёбаный в рот, на каждом трэше умираю, нахуй. Ну, чем вы заняты? Мы тоже умерли, брат. А почему... Кого вы там нахуй суманили, не могу понять? Мирае. Так он, блять, около инста нахуй был. Нахуя его суманить? А, ладно, хорошо. Этим его, блядь, хилы суманили там или что? Нет, я суманил один. Ну, а в чем проблема? Взять, блядь, отошел на первый этаж на одну минуту. Какой нахуй квест, блядь? Вы, может, блядь, будете нахуй все-таки как-то быстрее нахуй шевелиться, блядь, а не 2 часа нахуй, 3 часа, блядь, сидеть на ебаном трэше просто. АФКшно. Давайте резнулись быстрее, погнали в трэш нахуй. Ребаф минимальный дали, каски раздали, стамину и так далее. Понятно. По помощникам РДД сыграть, бежал с единственной трэш-сагой. Только без помощников. Милики пошли. Да отверни ревнителей, блядь. Набью. Блядь, нахуй ты помощника сагнул? Отойдите, милики, сейчас будет больно, нахуй. Охуеть, я отошел, и меня еще достало. Ну, блять, я безумно подошел, ты... нахуй. Пиздец, нахуй. Сори, такой не прохиливается, пацаны. Ты, блять, сагрил нормально, блять? Нахуй ты потом этого, блять, помощника, сука, привел, нахуй? Нахуя, блять? Думал, что фонари реакция. Реакция, блять, охуенно. Эрекция. Сискунка 19. Такая нахуй реакция, что меня, блядь, подложным выпадом нахуй убил эта хуйня, блядь. Мало хп, мало хп просто не идет. Лагает, лагает, лагает. Лагает, да. Не, ну вчера я на Сирусе, блядь, узнал, что оказывается нахуй. Блядь, как ты издержишь? Я вот бью в спину, как я рассекающий получил, нахуй. Теневой рассекающий. Его спину ищут. Блять, я... А, это кунка, сука, сорвал, походу, блять, меня развернулось, ебало, нахуй. Не понял, блядь. Нихуя. Пизду, нахуй. Реально цирк, блять, с такими такой хуйней, нахуй. Это как бы забавно, две пачки с ревнителями, ну, чё, прикалываешься? Это новая тактика. Иди, безжалостный помощник Агри, милики, добивайте эту хуйню, нахуй. РДД, играйте по помощнику. Отойдите оттуда, милики. Сейчас сорву фонарь. Фонарь я сорвал. Чё? Рот закрой. Ты воп мне дал, сука. Я не заметил. Хорошо, что у меня макросы на снятие будут. От боя отказываемся. Реально. Ну тут по факту. Короче.
Вообще думаю, нахуй, если завтра, блядь, все все поймут нахуй, то может и 4 сундука нахуй вообще ему не. Да нет. Потому что там на этих птенцов вызывают, там 6 минут всего боя. У нас не получится по старой тактике, когда мы птенцов всех заливаем, потом босса убиваем. Мы берсовываемся. С бомбочками? Да. 6 минут там всего лишь. На халазе ты имеешь в виду? Ну, которые птенцов куча выходит, мы же раньше всех птичек убивали, а сейчас не получится. Не, там надо будет диспелить просто танка и хуярить по боссу. И танк будет собирать этих птенцов. И потом просто... Не, не просто. Просто он должен их танчить. В общем-то, да. Просто диспелить надо будет тебя, вот и всё. Заебал своими душами, уйди нахуй, не видно рыбу. Так, чё, короче, бежала с правой стороны. Короче, вторая, четвертая пати с правой стороны. Первая, третья пати слева. Мира и Ондра, грипайте этого моба, блять, с центра нахуй. Туда, короче, ну вы поняли. И плейбой ты с левой стороны бьешь. Вот так вот поменяем и все. Мира и Ондра справа. Все, чё отдаю, гуляем. А, вторая пати справа? 4, 3, да. 2, спасибо. Сейчас по трэшу поедем сразу. Поехали по трэшу. Приверженцев в первую очередь убиваем. И фанатиков, блять, пожалуйста, не вливайте сразу, чтобы они потом не кливали. Геру дали фулл ДПС под вас. Прям фул на брусты и хуйню все нажимать. Сейчас контрол дашь? А, ты уже вышел, пристан, я проебался. А, не стойте прям в середине фрейма, пожалуйста. Лужа ебанская ставится. Реально. Сука, все, по трэшу мой. Поехали. Трэш свичнули. Прежде культа в первую очередь. Да не поворачивай, безжалостный фанатик, пожалуйста. Твоя задача просто забрать фанатика и не поворачивать его. На приверженцев похуй, если они кого-то там бьют. Там этот ДК грипнул фанатика, я его забрал. Я поворачиваю. Что-то какой-то грустный. Шишки кончились. Мне тоже такой грустный сегодня с утра был. На работу не хотел идти. Встал, пошел. Должен честь привести, кстати. Хотя сурово. Ух ты. Контрол, контрол, чувак, в эфире продлевай. Мы как раз успеваем перевести нормально. Забирай босса. Дрилы. Ой, дай БР прямо. Косты сбивайте. Духи аккуратно мили зону. Ринда бах, а не плейбой. Лук выйди. Да блять, что за хуйня? Три парирования, блять. С иглы. Реально, блять.
Земля пухом, блядь. Милики ж хуй стопнут ОЕ своему. Да, он убьет нас всех, лучше его убить. Да, я убил его, потому что он начал меня хуярить, да. Блядь. Я знаю, какой там урон будет. Половину рейда хейм брать тут нельзя, точно. Пумка захуярил. Так при чем здесь это? Вы если в хейме будете убивать своих, это контролить надо, на. А они убивать не могут. Там сопротивление. Но... Сопротивление у меня было, блядь. Да, наверное, было. Реально, блядь. А что, типа, у меня вот, например, он меня прыгнул и начал меня ебашить. А что, мне ждать, пока он меня убьет или что? Прыгайте в портал сверху. Блин, дай ему этот циклон или фир просить. Не дают уже, видишь? Да там, блядь, можно койл даже тот же дать в начале. Ну, мгновенные да. Что-нибудь, нахуй. Без разницы. Ну, не давали, типа, лучше одним пожертвовать, чем всеми миликами. Да не, там просто... Навернуться, нажать, нахуй, блядь, одну кнопку, там, койл, блядь, что-то в саппорт не уйдет. Потом дальше стреляйся. Циклоны пойдут. Они, циклон же кастится, а это мгновенная, считай, хуйня. Ебать, у вас этот босс-барьер будет в хэме, ой-ой-ой. Блядь, опять чита манга? Что вы, блядь, придумываете? Ну, чей-то хуйню несет просто. Да? Северморос, блядь. Братан, это убрал. Нет, ты под шишками. Морозко. Ты под шишками. Кто? Под шишками. Я метис, кто не в курсе. Короче, ребят, возвращаемся назад, блядь, убиваем пачку мобов. Да, да. Сзади, блядь, хуярит нахуй, даже сейчас, блядь, или металь в одну. Да. Я убрал пета, сразу говорю. Профы? Там до этого локовский пет въебал, так что похуй, нахуй. Потом или металь воды, нахуй. Не знаю, это север, это мусор вообще. Алло, какой север? Это я ебал, блядь. Смотрите, все, я ебашу. Вопросы, блядь, есть? Не, тебе можно. Ну все, нахуй. Ну, кстати, не все в комбате. Да не. Как все будут? Их можно было выцепить. И залить. По-быстрому. А так дольше будет. Блин. На великана все квест взяли, надеюсь. А можно сорвнуть? А, нет, не знаю. Что такое великан? Это большое это существо. У тебя нету Эдик, лучше степнись как раз, пока тут портал. А я уже взял, господи, Андрей. Конченый квест. Забежалостно убивали. Еще делать что-то надо, помимо босса. Я специально подождал, пока его просадят, мобы и тэпнулся. А вы куда? Да моба, блядь, моб дальше стоит там. Вон он, огромный хуй. Прям как мой. Блядь, как у метиса? Я же метис. Подожди, а ты откуда знаешь, какой у метиса? Так. Так, не слышно, связь плохая. Первый раз можно. Второй раз как первый раз. А третий? Третий как второй раз, а второй раз это как первый раз. Ну все. Не, ну это какая-то вообще отмазка. Блин, спасай его как могу. Ну, загрели Гаргулю, грипните вы под дракона, пускай ее там же зальют милики. Блять, это хуйня ядра вешает, я же затрахался диспелить, блять. Не знаю, он трахс. А чё сразу я? Будто бы я один, если танк бежал, может грипнуть и сразу танчить этого моба. Опа, шишка не! Не понял, нахуй, на что меню прямо. Боя отказываюсь. Просто к тебе больше всего доверия, Андрюша, ебать. Но... Да. Грипание мобов, да, блядь? Да, мы хотим твой игрок. На X2 потренил лет 5, нахуй. Было. Я помню, как я Вашу грипал. Это же было, блядь. Было? Гриппа это большой хуй. Поглубже. Как у метиса? Понежно. Как у меня. Ай. Ой, быша. Кунка, теряешь ДПС и меня на Фрост Ауру. Нет, броню поставь. Тогда она с отрыжкой убьет. Да не убьет, она вообще не дамажит. Я буду героем. Там тотем стоит все равно, какая разница. Да. Не верю. Ну посмотри, что там верить, ну посмотри. Ой. Сейчас посмотрю, поближе встану только.
Ладно, поставлю армор. А он нажми, тогда увидишь во всей красе. Ой. Ну да, в принципе, я увидел. Все, можно отходить. Теперь я не вижу, где? Да ты не танчишь все равно. Да, я бью спину. А если бы танчил, то все равно бы не танчил. Ой. Скидываемся фонарю по 3-2. О! О. Тебе скинулись. Вот так вот, значит, я тебе сальву даю, а ты такое. Я ценю это. Ты мужчина. Мужчина-лев. Тигр? Мужчина, нет, лев. Фури? У нас в гильдии есть фури? Ну смотри. Я понял, я же понял. Нет. Это безрассудство. Я же не играл, не зря играл на американских серверах, не зря же. Нет. Я по сей день играю. Что за сервера? Там, короче, Аргентаун называется сервер. Так америкосы же вов не играют. А играют. Они сейчас мы играем. Мы играем. И китайцы. Китайцы в свой вов, наверное. Китайцы, блядь, китайцы во все играют, если на то пошло. Да, да. 2 часа в день. Не, ну их просто очень много, поэтому они реально во все играют. Так-то там не самая популярная, я думаю, игра. Не, они лол любят. Это не, китайцев тоже дохуя. Ну и доту тоже. Ну, китайцы в свои сервера, они со всеми не играют. Китайцев просто дохуя. Но вов очень популярен в России. Дисконт, блядь? Нет. Бесплатный вов в России не популярен как раз таки. Ебать, у меня сейчас пролагало. Тупо на 30 тысяч хп, я уже думал, дисконт, сука. Че, го сначала корабль, потом квест? Нет, сначала квест, потом корабль. Это уже квест, давайте. Там я слышал, кто первый КВ утает, там боешка падает. Ой, это я? Ларис, стой. Все, я первый. Все. Ладно, я, блядь, просто сделаю мне. Я первый. Пацаны, я уже утонул от кислоты. Меня же-то подставил, меня подставили, бля. Не, это. Кунка, проверяйте. Опа, изи нахуй. Лутанул первый нахуй, кстати, там, где наверху нахуй через стелс. Че? Колечко. Контра, в смысле, редега тебя убил? Кунка, блядь, фапай. Это я пожертвовал собой. Сука. Меня кто-то там убил, ты путаешь. А, вот кто спиздил наши боешь. Да вы охуели. Я через стелс лутанул наверху, типа, похуй. Бля. Сколько это колечко стоит, Ксилин? Что, типа? А, где-то... 14,5, блядь. Мне дамский наручпаль. Я 14 показывается? Ну, я вчера обновлял 14700. Я так же. У меня сейчас 13 написано. Тишине не нужны были. Вот запы прям хорошие. За. Может там типа поменялся ценник. Ну там кто-то скупил или кто-то квиксельнул. Все ну, бывает. Может. А сколько плечи стоят? Аж, блять, реально второй пати без ренаров? Ебать, какие-то проебал. Да, кстати, я из-за этого не дамажу. Какие-то мутики обгоняют. На, давай, кто там, блять, за Гагулина? Давай речи, блять. Писалось на том корабле фонарь тут. Мирай, Ондра, Плейбой, Ринда. И чувак, вы останетесь тут, остальные на тот корабль. Ринду. Все, блять, загогулин. Ай, ладно, запуливай, короче, пистона. А, стой. Загогулин, давай быстрее, пожалуйста. Ади север, ты вообще бегаешь, нахуй. Да сейчас нет голды, Феникс. Потом. А чё, джетпак взять? Так, жут, сосед, адо и глю, пушки, окей. Все, поехали. Запускай. Настя. Да. С чем вы раньше времени прыгаете? По приколу.
Это же вроде учитывается в чему. А, у меня есть. Может, да, у всех она есть. Вот бы словить парихаста от Саурфанга. Я его, кстати, бить буду. Только не в лицо. А куда? Ну, Радина никто не трогает, нахуй. 25-ка ему больно бить. Там больше от танка зависит, нежели от ДД. Ну, кто в бочину бьет, от него тоже зависит. Пружинником играйте, Радина. Полетели, пожалуйста. Помогу сразу, поехали, мне сейчас уйдет 3 секунды. Бля, вы похилите, я покурить стою. Спасибо, кстати, да. Не быстро, не быстро. Стойте, они кливают. Какой ты пидорас, фонарь, я же все вижу, блядь. Самый лучший. Фонарь, ты такой кринж, блять. В смысле? Не знаю, просто. Вырвал. Фонарь, гоу! Подожди, а где Бэби Мун? Я что-то не вижу его где-то. Деба, как ты считаешь, фонарь кринж? Не надо вмешивать сюда Бебу. О, Жужжо. Бебу не трогайте. Реально. Бебу не трогать. Беба независимая личность, самый сильный среди нас всех. И мудрый. Нет, это ты уже засебался. Поставленный Асмон Бобом. Блядь. Еще одного подождем. Сколько там? 29. Нормально. Фонари вытончит. Я на этом корабле. С мобами дерусь. Трус. Ну вытончишь. На, вытончу. Блять, это маркетчиков этих ёбаных будете убивать? Что у нас за хуйня, блядь? Они, блядь, все мёртвы, ни одного, блядь, живого, нахуй. Да нихуя, блядь. Бэби Мун по ракетчикам сорать. Бэби Мун. Реально, блядь. Поехали по колдуну, нахуй. Ёбаный. Это типа как крошка-енот? Да, именно так. Что-то наорал. Не упал. Спаси еле как. А давай еще одного, похуй, подождем. Еще одного. Айсбаунд, айсбаунд нахуй нажмешь, когда увидишь, что хп мало. Плюс зубы еще есть, нормально. Как раз последнего. А, блядь, что-то пушки слакают. Отъехал. Нормально хильте, блядь. О, кстати, я игрушки золотаю, маунта. Глю, дай каплю и массакруй бабл нажми. Побежал с ней. Быстрее. Речи. Фонари, подойди, ему тоже каплю дай и нажми массакру. Помогу, поехали. Мы каплю сбили. Зубы дай, побежала с ним. У него в КД. Блять. Айсбаунд нажми. У меня крылья будет 25 секунд. Все, и съебываем сразу. Съебываем быстрее. Улетай, пожалуйста. Блять, упал на ту кнопку. Понимаешь, когда я упадал, я смог выжить. Я смог... Левитация? Блять, с пушки кто-то заплакал, не добьёт. Бля, там можно сорка вниз спрыгивать на левитацию. Ааа, блять, вагон нахуй. Фонарик, что, может добьёте? У меня есть, я всегда ношу. Смотри, чтобы выжить. Да может добьёте, может добьёте. Ну, добейте, разряжайте. Хорош, блять. Смотри. Чтобы выжить, короче, там есть такая фича, я уже сам проверил сразу же, когда падал, вот. На бок корабля нажимаешь ракету, и все выше и выше. И короче, там есть текстура, где ты можешь встать на бок корабля. Так можно выжить. Да. А, ну пропаркурить, короче. Да, вот, спасибо. Ну да, я так и выжил. Извините, что заорал, я испугался. Дракона сейчас пулили. А он 25-ки медленно летит. Бля, безжалостно, у тебя одни, блядь, проблемы, нахуй. Тише, скажи. Это шишки.
На пристену летит, нахуй. Нет. А, сейчас я справлю. Я так-то иду с Фениксом. Вау. Все, упал, осколка нету, нахуй. Да? АДС-ик можно на ней? Нет. Не понял. Так, дракон теперь на меня точно летит. Только где он? А, вот он. Эй, дракон. Я не вижу. А где он? Мы туда так... снизу, блядь, летит. Это вот Адон Драгонфлайт? Уже да, летит. Но он половину пути прошел. Вот это анимация полета. У меня в таргете. А-а-а. Хочешь, посмотри его? Ледяной змей. Кейс, смотрите, хорошо. Не надо меня хилить. Не трогайте. А ком он теперь? Безжалостные. А. Ну видишь, он даже не бьет босса больше, чем ты, Тритан. Реально? Я агро повышается с каждой секундой. Это на шишке запах у него. Нет, у него запах на топовых танков. Не понял. Там, плейбой, а ты же расколбасакаешь, да, на сурке на тухлом, солнышко? А чё, там Бэби Мун не повесит вообще, не? Мне кажется, блядь, должен ты нахуй вешать вообще, нахуй. Я не умею, ну извини, не умею. Я повесил бы, я... Даже Бэби Мун, Бэби Мун. Не топ ДПС. Я вешать нихуя не буду, нахуй. Ну действительно, да. Чтобы вы подумали, блядь. Никто не ожидал такого, если честно. Там, блядь, 25 комбоп... блядь, энергии надо, нахуй. Я не ожидал. Чтобы, блядь, дайте кулаки. Всё, рыбу хавайте, Настя, запускай, там полторы минуты еще пиздежа, нахуй. Настя, запускай. Полторы минуты еще пиздишь. Да. Успеешь пробафать и поесть. Где рыба? А, это... Не кидайте, пожалуйста, ни истерию, ни нэшку, кунки. Да ты так недостоин. Ну, мало ли. Ну, я типа реально хочу урон чистый. Чего? Затестить. Без бафов. Я тебе боб дам, сойдет? Не, не надо, ни нэшку, ни истерию, ни боб, вообще ничего. Крылья можно? Тогда баф. Крылья можно. Слышишь, тогда баф. Весь шмот снимай, кроме шеи, блядь. Реально. А, у него же уже снят. Смотри на него. Да вот же я голый. По шеймам. О, прокай эти тринкеты. Бабл гам. Ботинки за гам, да? А я забыл грудак и штаны за трансмогой. Пижаму носишь свою дамагерскую? Триксы. А я мискликнул случайно. Ладно. А ты дурачок, я на тебя луну трачу, блядь. Ну да ладно, мискликнул случайно. А на что? Ну кликнул случайно. Бывает, блядь. Бывает, бывает. А это почему ты на своей сове ебучей все время за дебосса стоишь? Объясни. По приколу. Побыстрее, блядь, долетали плющи. Чтоб сразу вылетает и залетает, нахуй. Правда, это ДПС не апает же. А не пизди, а то он перестанет там вставать.
На самом деле это так работает вообще-то. Орки только магу удобно стоять ближе, если выкидывать прок фаеру. И демон локи под боссом начинать распиздовывать все. За Гагулин слишком далеко сразу не дам. Теперь дам. Такое ощущение, Феникс, блядь, просто нахуй на D2 не пишет сочинение, блядь, и не играет в WoW. 17-е место. Ты на клавиатуру нажимаешь, что ли? Очень. Не, Феникс, ты вообще не слышишь. Вообще, типа, тишина гробовая, нахуй. Сейчас отодвину подальше. Так вы, блядь, сказали бы, нахуй, я подальше. Так я всегда слышу. Всегда так было. Так мы тебя видим, что нет как бы в десятке, так ты хуярь хотя бы послушай, потому что ты бьёшь. Нет, он там выдает сотку. Забери, пожалуйста. Угу. Ты мышка слышно еще. Ну извини, блядь. Надо подставку для телефона пишу вообще. Давай скинемся. На микрофончик. Компьютер. Микрофончик? Да у меня есть микрофон, ну и типа и наушники. Я просто через телефон привык, поэтому. Я полю. Удобно. Ебать! Выебал! Топ-1. Кто я там знаю? Пиздел, кунка не дамажит? Псы, блядь. Сори за агрессию. Ебать, да давай толстый шейм и выебывается, пацаны. Пиздец, бля, я без трени, все честно. Да, пиздобол. Ой, блядь, дайте ДПС, короче, нахуй. Короче, блядь. Да. Ладно, я поменяю этот нагер когда-нибудь, нахуй. Какой хороший. Бэйби Мун, Бэйби Мун. Андро, у тебя что случилось? Что так мало? Я открыл, кстати. Ты даже не знаю. Да что же случилось, блядь? Я даже не знаю. Да я просто смотрю, ты ниже. Какая-то хуйня, да, залагал. Бляраш, ты какую-то хуйню линканул. Не может быть, что это у меня за хуйня? Я просто подлагал редерик. Пойми правильно. В смысле, у тебя 16, да? Я подзавис. Феникс. Не что нормально. Это я 20 тысяч дал? Нихуя себе. Да. Вопросы есть вообще? Это пиздец, тильт. Нахуй, кринж. Ладно, у меня тильт нахуй пизду. Бэби Мун дамажит. Ринда вообще 0 ДПС, она пиздец. Там блядь, у меня тильт нахуй, просто пизду нахуй. Ты же понимаешь, там у ВНХ я багнал, который в десятке дал 18. Ха! Пора на лока. Домой. Подожди, чуть-чуть поменять осталось. И колечко на фарме. Ебать, Андрей, там еле танк объехал. Водится его, блядь, нахуй рук. Блядь, у меня просто вот этот кинжальчик. Как только он поменяется, нахуй, твой энх еще сосать хуй будет. Кто-то не берет энха в рейдж, того не дал ДПС еще больше. Ага. Вот это, на исконном месте, Андрей. Ладно, ладно. Рид, ты знаешь, чем самая ирония? То, что это ненадолго, скоро нерфанут. А у меня тогда, а мутиков уже реворкали, их не будут нерфить, понимаешь, в чем прикол? Да, нет, вас похоронят тоже нахуй туда же. Да, в смысле, если уже нерфили, так ты еще не понимаешь? Нерф. Да не будет больше нерфа, ну, блядь, своя логика просто непонятная. На эльхов посмотри, блядь, их каждый месяц нахуй реворкают куда-нибудь. И вас туда же закинем, в ту яму. Слышал, энхи дают 30к ДПС. Смотри, пизди, в итоге, короче, нихуя не будет, нахуй. Не, ну я расскажу, всё 16к на роге, что ты там мало, пиздец. За счет того, что ты ВМ ходишь и вагонишь его везде? Реально, блядь, ни кольца, ни шеи, ни хуя. Даже за целка кольцо еще не напал. Так мне тоже реально, блядь. Тупо реально, нахуй. Мало, нахуй. Реально, блядь. Бэйби, кинжал 232. Реально, блядь. А че там потертая рука? Ходишь, ГМ, ходишь, целка. Нет, там мечи, там нет кинжала, хунг.
Ты везде к комбату подошло бы. Мотики только кинжалы нужны. Мотики только кинжалы нужны. Я думал, там все типа оружие, типа. Нет, там кинжалов нету. Там мечи есть одноручные, типа, но они не подойдут к мотику. Не, а сегодня Крис, кстати, не выпадет. Феня. Хорошо. Зато сегодня колба выпадет, я гарантирую. Сегодня, да. Колба стеринаска должна. Колдуем колбу. Колдуем колбу. Клык. Блять, вот плащ не выпал с кораблей, вот это печально, нахуй. Прям очень печально. Голдуем. Да, там вкусный плащ, Крис, просто гений. Вообще пиздатый, да. На остальное, в принципе, похуй. А вот фростов нерфануть надо. Класс или четвертый? Спасибо. Настя срывает, что за хуйня? Тут упал на данный. Чё? Во всем этом выпад, ну безжалостный, брат, ты-то куда? Да под шишками сидит, поводи, нет, точно. Другого огра, не другой под шишками. Сосед, ты бы так не пиздел, нахуй. Ты еще и поймал. Под шишками сидит, на. Ну как? Дополгил, где вроде? Это, на танке. Можно ходить на РТ без шишек или без пива. Не, пиво вонючее. Пиво — это моча дьявола. Знали? Если покупать пиво, то можно шлем купить. Я так случайно купил его. Факт. Настя купил, пиздец. Ну, блядь, эгоизм. Во-первых, мочу дьявол, да и не скажу. Настя выбрала пешком. Пешка, ёбну. Может, этот шлем, блядь. Кто там говорил, что мочу дьявола не каждый день пьёшь? Ау-ау! Чё? Андрей пьёт мочу? Нет, кто-то там тихим так сказал ещё. Чтобы я не услышал. Да, там такие голоса в голове уже. Ну, да. Демоны. Демоны меня дали. Получается грустно. Грустный рэп про Бабл Квас? Brawl Stars, е? Бабл Квас. Это топовые игры, вы понимаете, а? Промбисовые, которые не играем. Метис? Бэби Муна вообще никто не сидит, блять. А, он АФК, я понял. Лучше поиграть. Зачем? Хорош. Зачем недамажущих хилить? Мега хорош. А, тут вообще никого не хилят. Я понял. Давай на танках АФК, пойдем тоже там. А, кстати, да, тоже захотел что-то. Потом это, мочи дьявола. Пацаны, я ПП-хай всех подниму по очереди сейчас. Быстрое приготовление. А к одному, второму, третьему. В очередь. Так, сейчас надо ребаф организовать. На людях 10 минут каст. Не, ну это пиздец, я нахуй. Можно я удалю просто сейчас? Да нет, да, расслабься, старый бонус вернут. Ты просто посмотри вот на эту хуету. Старый бонус вернут, Редега, чё ты. Его не будет, они сделают другой. Нет, будет старый бонус, но с немного, чуть-чуть с изменениями. А он будет другой, он не будет уже такой же. То есть ты не будешь уже хилить на 8 целей, ты не будешь, что, типа, снова АОЕ. Ну я тебе могу ссылку на тему скинуть. Я знаю, я читал, я нахуй тоже посылал его. Да там все посылали. Этого админа. Я бы сделал, но моя боль, я бы удалил кнопку цепового. Акума. Матата. Акум. Матата. Тимон и Акумба. Смысл жизни так просто. Т-10 поменяли у рестро-друидов, что ли? Т-10, да. Т-10. Нет, а Т-10 говорили топовые на рестро-друидах, слышал. Ну, Редега, были, да, до реворка всяких Т4, когда он... Да, и сойдет. Я... Да, он малолетний. Все нормально. Малолетний? Да. Да, половину уже там нужно были, а ты идти, что ты делаешь? Я не могу. Он под шишками. Нет. Просто, вы прикиньте, как он шишечку вставил, а обратно как ее вытаскивать? Так типа, он бьется об ящик, что ли? Или что? Откуда у него столько?
больно. Так шишку вставлять, что ли, надо? Ну так вот, прикинь, он вставил, а как он его вытаскивает потом? Подожди, прокручивает? Пробка. Очень важный вопрос, короче. Андрей, я понимаю, ну типа это повышение с R33 на R18. Но там-то 1000, а здесь всего лишь 25. Андрей. А, опять у него доставка. Дай ему вибратор новый завезли. Он заебал, блядь, эти там съедобные трусы тестить на Вове, я охуел просто. Чипсы. Блядь, он то палец ему в рот положит, блядь. Реально, блядь. Мне кажется, они больше, чем друзья. Да естественно, они даже живут вместе, блядь. И переехали в Чехию, чтобы никто не мешал. Спуль слева синерицу мобов. Я уже справа спулю. На спринтах. Скорее, нападем на них сзади. О май гад, вот это озвучка. Очень похоже было. Даже, я тебе говорю, он боссов озвучивает. А аниме озвучивать? Не, это я. Такой ну-ка, давай. Да? Я к моему досай. Не, давай как девочка. Из-за недап. Из чего? Из-за недап. Ну, это что такое? Нелибрия, озвучка. Он не понимает, что это такое, не объясняет. Он не поймет, не объясняет. Я могу заорать ему, девочка. А озвучка как лостфильм. Ой, блядь, короче, нахуй. Анимешники не люди, нахуй. Смотри, я в час кинул жанр, который он должен озвучивать. Ребята, нет, мне анимешники, нет. На, нахуй, на. Че, пацаны, аниме? Мама, здоровая. Посмотрите, ребята, Сагам Вину, прикольная дневниковая фигня. Боку на пику, не? О, бля, не. Клуб Яричи. Нужна поддержка серая, срочно, блядь, в эту трудную минуту. Здесь притопал, ты там сам потанчишь, я сейчас подойду быстренько, хорошо? Ну давай, попробую. Ну, понял, там баблом скинешь, да? Ну да, первым делом. О, если что, кричи громко, я на кухне. Весь рейд оглохнет. Мирай, сделай ТП. Вот, соглы. Кричи, короче, как хентай. Шкаф поставьте, локи быстрее. Кунка, зацени. Ну, я только озвучку Анкорда помню. Кунка. Ребят, кто смотрел Ад Данте? Прикольный фильм. Нормальный. Там есть эротика? Нет, нормальный. Там есть эротика? Серчина.